Помни, Господь дает по сердцу. Каково есть сердце, таков и дар, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире телевизионное епархиальное обозрение, специальный еженедельный информационный проект о детской епархии Украинской Православной Церкви. Сегодня в нашем выпуске рассказ о следующих событиях в жизни православной Одессы. В крестопоклонную неделю верующие молились перед честным животворящим крестом Господним, вынесенным в центр каждого храма. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы митрополит Одесский Измаилский Агафангел воздал божественную литургию Свято-Успенскому кафедральному соборе Одессы. Новая серия проекта «Лица. 33 вопроса» рассказывает о протоиерее Антонине Дьяковском, представителе священнического рода, который ведет свое начало с 17 века. Третья неделя, с которой начинается четвертая седмица Великого Поста, называется крестопоклонной. На богослужении совершается особый чин выноса креста, и молящиеся в храме совершают поклонение честному и животворящему кресту Господню. В крестопоклонное воскресенье 4 апреля высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский Измаильский совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. В воскресенье третьей недели Великого Поста на всеночном бдении в центре храма выносится животворящий крест, которому всю неделю поклоняются верующие. Церковь выставляет в середине Четыридесятницы верующим орудие нашего спасения для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся продолжению подвига поста. Поклонение кресту продолжается и на четвертой неделе поста, до Пятницы, и потому вся четвертая неделя называется крестопоклонною. Крестопоклонное воскресенье 4 апреля митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. О кресте говорится во всех песнопениях этого воскресения, но говорится не о страданиях на кресте, а о победе и радости. Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого Поста. С одной стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние пасхального света становится ярче. Кресту Твоему поклоняемся мы. Крест осветил вселенную, он рассеял тьму и возвратил свет. Он собрал народы от востока и запада, севера и юга и соединил их любовью в единую церковь, в единую веру, в единое крещение, говорит нам преподобный Ефрем Сирин. Седьмого апреля церковь празднует Благовещение, евангельское событие, когда люди в лице Богородицы получили благую весть о пришествии Спасителя. Этот 12-й праздник торжественно празднуется во всех храмах. В Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы праздничную божественную литургию возглавил правящий архиерей епархии митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Благовещение – это день благовестия о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и доверию, что от нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божьей любви, крестной, ласковой, спасающей и Божьей силы, но вместе с этим, говорят богословы, воплощение Сына Божия есть и дело человеческой свободы.
Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Одессы встретили праздник Благовещения со своим архипастырем, владыкой митрополитом Агафангелом, который возглавил в храме праздничную божественную литургию. Христос Бог освободил нас от смерти, дав нам бессмертие души, возможность верить в себя Богу, обожиться и попасть в Царство Его в Новом Иерусалиме. Для этого от нас требуется глубокое погружение в Слово Божие, во все то, что Бог сам открыл о себе. От нас требуется выполнение заповеди Его, и от нас требуется благоразумное и мудрое молчание, когда нам нечего сказать и когда требуется показать свое сердечное доверие Божьему от нас промыслу. На пятой неделе Великого Поста Святой Церковью установлено чтение Великого Покаянного Кануна полностью, который звучал на первой седмице Поста с понедельника по четверг частями. В храмах и монастырях в среду 14 апреля вечером совершается особое богослужение с чтением жития преподобной Марии Египетской, показавшей нам образец покаяния, и чтение Великого Покаянного Кануна Андрея Крицкого. «Душе, душе моя! Ты ведаешь о лестнице Иакова, что от земли восходит к небесам. Почто ты не свершила восхождения к вершинам совершенства в небеса?» Ежегодно, в среду пятой недели Великого Поста, Святая Церковь совершает богослужение, которое именуется «Стояние Марии Египетской». Таким образом, оно называется потому, что совершается в память великой подвижницы, которая оставила нам образец настоящего покаяния, образец изменения своей жизни. Мы вспоминаем сегодня святую, которая родилась в середине V века в Египте, которая в возрасте 12 лет оставила родительский дом, уехала в Александрию и начала зарабатывать там, торгуя собой. Через некоторое время она захотела присоединиться к одной группе паломников, которые шли в город Иерусалим. И когда все заходили в храм Господень, то невидимая сила остановила ее, и она не могла войти в этот храм. Рядом находилась икона Богородицы, и слезно помолившись, Мария вошла в храм. Но это событие заставило ее пересмотреть свою жизнь, свои дела. И плодом покаяния, плодом этого размышления стало 47-летнее ее покаяние в пустыне. Образы покаяния, взятые из Священного Писания, воспел в Великом Покаянном Каноне святой преподобный Андрей Крицкий. Он лучший гимнограф в христианском мире. И его канон великим считается не только лишь потому, что он самый длинный, но и потому, что в нем содержится глубина и сила мыслей и слов, нужных каждому из нас. Одной из особенностей богослужения – чтение жития святой Марии Египетской. «Я тело и кости. Уверься, что я жена грешница, которую очистило лишь святое покаяние. Да избавит нас Бог от великих искушений демона силою креста святого. И яко благоутробен дашь мне грехопадение оставление. Каждый человек и в современном мире переживает массу разных личных падений,
и дай Бог восстаний. Для нас действительно этот сегодня на нашей службе, скажем так, делился опытом преподобный Андрей Крицкий. Мы имели возможность еще раз пережить опыт покаяния Марии Египетской. Для нас этот опыт – это возможность найти те силы, что, силы духовные, чтобы, падая, обязательно вставать. На примере ветхозаветных ошибок людей, городов, обществ он желает каждому из нас, чтобы мы старались не обвинять другого человека в своих собственных проблемах, но желает каждому из нас, чтобы мы обвинили в своих проблемах самого себя, увидели себя виновником проблем наших и старались начинать исправлять наше и общество, и нашу жизнь, не видя и исправляя других, а самого себя. Если мы начнем с себя, то это будет очень хорошим толчком и шагом к исправлению всего нашего общества, всей нашей страны. Через покаяние действительно человек может поменяться. И когда мы начнем пересматривать лично свою жизнь, тогда поменяется к лучшему и жизнь всего нашего общества. По благословению митрополита Агафангела с 2014 года в Одесской епархии существует координационный центр по оказанию гуманитарной и социальной помощи инвалидам, многодетным семьям и вынужденным переселенцам. В течение 7 лет была оказана помощь 50 тысячам нуждающихся. Одесская епархия ежегодно передает около 250 тонн продуктов питания всем, кто обращается за помощью. 2 апреля в храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», расположенном на Алексеевской площади, состоялась очередная раздача гуманитарной помощи. Добро объединяет и поддерживает. Одесская епархия постоянно несет свое служение, ежегодно передавая около 250 тонн продуктов питания тем, кто обращается за помощью. Все просьбы рассматривает лично митрополит Агафангел. Ни одна просьба не остается без ответа. В сборе помощи и финансовых средств участвуют все приходы епархии. Мы встречаем совершенно разных людей, их много, и у каждого своя история жизни. Кто-то переселенцы и вынуждены были покинуть свои дома и совершенно на новом месте, со своими трудностями, сложностями. Кто-то брошен своими детьми, и несмотря на то, что прожил жизнь трудовую, деятельную, но итог жизни человек находится один, со своими горестями, бедами, болезнями. Пенсии сегодня настолько мизерные, что их не хватает на лекарства и на коммунальные услуги, не говоря уже о том, что нужно как-то одеваться и кормиться. Я инвалид второй группы, у меня муж после ДТП, у меня ребенок инвалид. Кроме церкви мне никто не помогает, так? Помогает мне Господь через православную церковь. Еще у меня под опекой есть внучка и внук. Девочка у меня тоже инвалид, и мальчик, ему 4 года, у него одна почка. Как бы я сейчас бы прожила бы с детьми, если в семье одни инвалиды, если бы не церковь, если бы не Господь? У нас очень страшно случилось. Я сама с Иловайска, под бомбежками. Это мы вот так как стояли, так и текали. У нас ничего нет. Мы очень тяжело пережили это все. И сейчас, если петарды стреляют, то тут мороз по телу идет. Мы очень тяжело сидели в подвалах, голодные, без воды, без света. Пережили. Страшно это все. Спасибо, церковь помогает нам и одеваться, и кушать. Дай, дай Боже здоровья всем. Я раньше состоял и работал, и все это. И... У меня 44 года стажа. И 2900 гривен пенсия. Кому говорить? Дюку. Он отворачивается. Вот такое вот дело. Дай Бог здоровья всем, кто это придумал. Але вот цей пакет, я хочу сказать, це велика допомога. Я вдячна тим, хто благодійністю цією займається. І взагалі Богу всім, вищим силам всім.
Ежемесячно в координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной и социальной помощи проходят акции по раздаче продуктов питания, медикаментов, средств первой необходимости. Кроме этого, ежедневно происходит кормление малообеспеченных одесситов горячими обедами. Сотрудники центра регулярно оказывают материальную и финансовую помощь многим одесским общественным организациям, а также лечебным, исправительным, учебно-воспитательным заведениям города. Социальный отдел Одесской епархии, подчеркивают в центре, и далее будет выполнять свою миссию, помогая нуждающимся согражданам. В рамках благотворительного проекта «Добро объединяет» представители Одесской епархии собрали и привезли в дом волонтерской помощи города Татарбунары необходимые вещи и подарки для детей. Время Великого Поста – это не только время покаяния. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему, говорит нам преподобный Серафим Саровский. Поэтому усердие в помощи ближнему должно составлять важную часть поста. Помогая ближнему, не забудем, что эта помощь прежде всего помощь самому Христу. Со вниманием и заботой клирики Одесской епархии общались с находящимися в доме волонтерской помощи матери и ребенка с Тешка до дому, а также совершили таинство крещения над его воспитанниками. Ми щиро та від цього серця дякуємо Одеській єпархії за те, що вони завітали до нас та провели такий серйозний та значущий обряд для наших підопічних – це хрещення наших діточок. Ми давно чекали на таку визначну подію, тому що це дуже значна дата. Це відкриває душі для нас, для наших жінок. Вони і так в своєму житті потерпіли таке насилля, вони не бачили нічого такого чистого, вони не бачили нічого духовного. Дякуємо Одеській єпархії і добро об'єднує. Более года человечества будоражит пандемия вируса COVID-19. Связанные с этим карантинные мероприятия оказали значительное влияние на жизнь людей по всему миру. Мифы и легенды, предположения о ранее неизвестной болезни стали реальностью. Увы, но многие из тех, кто не верил в опасность вируса, впоследствии осложнений и последствия новой болезни, отправились к местам упокоения. Поэтому Одесская епархия настоятельно просит всех верующих соблюдать меры предосторожности и рекомендует исполнять все медицинские нормы и указания в период карантина. Об этом говорит в медиаобращении постоянный ведущий проектов епархии архидиакон Андрей Пальчук. Если у кого-то есть возможности, богатых людей, да, есть средства, не тратьте на себя лишние деньги, на поездки и заграничные отдыхи, дорогие. Купите концентратор, подарите от своей семьи, да, в какую-то больницу, и за вас будут люди молиться, и ваш род Господь обязательно спасет. Я уверен в этом. В заключение скажу так, что все мы переживали, родственники наши, предки переживали, все. И мы переживем. Условие такое. Нужно молиться, нужно просить Господа прощения. Нужно понимать, что все, что происходит, это реальность. И нужно соблюдать те правила элементарные, ничего сложного нету. Пришел в храм, надень маску, стань подальше от соседа. Для того, чтобы упал уровень заболеваемости, что в больницах немножко доктора взяли передых. Ничего сложного в этом нет. А также самое главное, друзья, рядом людям помогайте, бабушкам, дедушкам. Купите еду, занесите лекарства, позвоните лишний раз. И в 22:00 каждый день Одесская епархия молится со всеми вами. Присоединяйтесь, включили, стали перед иконами и молитесь. Не болели, пускай Господь вас сохранит. Кто болеет, помоги вам всем Господь. Переживем все с Божьей помощью, с Божьей милостью. Обязательно все переживем. В рамках медиапроекта «Лица» ведущий задал 33 вопроса одному из известных священников Одесской епархии Украинской Православной Церкви протоиерею Антонину Дьяковскому. Протоиерей Антонин – человек из древнего священнического рода, яркая личность в истории Одесской епархии. Сумел вовремя остановить церковный раскол на Одесской земле, воспитать сыновей и внуков священников и сохранить мир в своей душе. Предлагаем вашему вниманию фрагменты новой программы, которая в полном объеме транслируется в эфире медиагруппы «Глаз» и выложена на страницах нашей епархии в сети интернет.
Сегодняшний гость проекта «Лица 33 вопроса» родился в семье потомственного священника, протоиерея Евгения Михайловича Диаковского. Удивительно то, что с 17 века род священника в их семье не прекращается. Какую память наш гость, протоиерей Антонин Диаковский, хранит о своих предках? Мой племянник, самый старший архидиакон Сергий Диаковский, который служит в Успенском соборе, он сейчас занимается восстановлением генеалогического древа. Вот, и он сейчас восходит вглубь веков и обещал мне дать список, вот, кто стал первым священнослужителем в нашем роду, вот, и до сегодняшнего дня. Вот. Ну, а какой это примерно век, может быть, знаете? Это вторая половина 17 века. Вот, в Херсоне, когда я служил, там в ограде греческого храма похоронены два диаковских священнослужителя. Один из них был секретарем, а второй был впоследствии благочинным тоже. За свою долгую жизнь отец Антонин пережил множество событий, в том числе и раскол 92-го года. Какие опасности тогда ожидали духовенство? Такой вопрос задал гостю ведущей программы протоиерей Максимиан Погореловский. Страшно было, особенно когда из Киева приехал представитель от Филарета, сейчас не помню точно, Мингус или Пингус, фамилия его. Он так братско сел, нога на ногу, говорит: где ваш брат Виктор? А я говорю: вы представьтесь сначала, кто вы, с кем я имею честь общаться. Я из Киева. Он был священником? Он нет, гражданский. Ну, это видно из органов. Вот. Я говорю: мой брат Виктор лежит в земле с 88 года. Я говорю: а что это вас интересует? Ну, или вы меня предупреждаете, или устрашаете? Я говорю: с нами Бог. Общение с гостем заставляет вновь задуматься, что страшнее для христианина, смерть физическая или духовная. Отец Антонин очень мудр. Невозможно избежать Божьего суда, и в этом важнейший вопрос: каким ты предстанешь пред Господом? Как священник, как христианин, я боюсь того момента, когда я предстану пред Богом, с чем я предстану и как я буду отвечать на страшном суде. Я всегда стараюсь усердно молиться, причащаться, прошу Бога, чтобы Он мне помог быть в соответствующем духовном состоянии, настроении, и чувствую, что Господь мне помогает в этом, укрепляет меня. В четвертую неделю Великого Поста Святая Церковь вспоминает дивного учителя благочестия, преподобного Иоанна Лествичника, оставившего нам описание чудесной духовной лестницы, по которой сам он зашел в Царствие Небесное, которую завещал он всем христианам. Уделяя главное внимание внутренней жизни души, во внешних подвигах преподобный Иоанн держался срединного пути. «Я не постился чрезмерно, — говорит он о себе, — и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня». Поэтому необходимо помнить, что все подвиги, предпринимаемые человеком, должны совершаться с единственной целью – стяжания смирения, приводящего к сознанию своей греховности и покаянию. Плодом такой богоугодной жизни является рождение христианской любви в сердце человека, о которой апостол Павел сказал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает». Но если вместо проявления любви мы наблюдаем в душе гнев, раздражительность, вспыльчивость, то это верный знак того, что мы уклонились со спасительного пути. Пусть немногие из нас достигнут высоких ступеней на лестнице духовного совершенства. Неразумно стремиться к тому, что выше твоих сил. Так и преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Удивляться трудам святых хорошо, ревновать им спасительно, но желать вдруг сделаться подражателями их жизни – это дело безрассудное и невозможное. Однако будем старательны в доступных нам делах, и Господь спасет принесших Ему посильный плод». На этом, дорогие братья и сестры, наша программа подходит к концу. Напомним, что на этой Великопостной седмице Церковь чествует в среду, 14 апреля, память преподобной Марии Египетской, в четверг, 15 апреля, четверток Великого Канона, в
В субботу 14 апреля похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Об этих и других событиях вас ждет рассказ в следующем выпуске телевизионного епархиального обозрения, который выйдет в эфир уже через неделю. Продолжается Великий пост, время выбора между комфортом и крестом, говорят богословы, где крест – это и страдание, и свет, и переживание отдаленности от Бога, и радость, что Господь нас все же бесконечно любит. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры!